Так, ребят, масло я использую такое, штиль. Видите? Так, ну что, ребят, я налил бензин. Я осадка никакого не вижу. В стеклянную банку. Все как положено. Бензин цвета нормального. Запаха. Запах тоже нормальный. Это 92-й бензин, обыкновенный. Так, ребятки, все рекомендуют на литр бензина лить 40 мл масла. Я решил, что я возьму пол-литра бензина и налью 20 мл масла. И будет такой у нас, собственно говоря, тест. Поехали, ребят. Вот, набрал я 20 мл масла. Вот этого, такого, ребятки, штилевского. Вот, пол-литра, собственно говоря, баночка. И сюда берем, вливаем наше масло. Постепенно. И тут в этой стеклянной банке расколотим, чтобы все было четенько. О, ребят. Так, на баночке на самой пишет 0,47. Но так как мы ее залили до верха, я думаю, что здесь плюс-минус пол-литра в общей сложности будет. Я думаю, для наших измерений этого будет с головой. Теперь мы перемешиваем наш бензин несколько раз. И дадим отстояться, посмотрим, появится ли какая-то вода. Но я думаю, что не появится, ребят. Откуда с масла? Сейчас будем заливать и тестировать нашу бензопилу. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.